пить стакан языковской родниковой воды из рук самого Александра Сергеевича Пушкина. Кто откажется от такой возможности? Тем более, что компанию «Солнце отечественной поэзии» составляют Денис Давыдов и сам хозяин поместья, Николай Языков. И все это действие происходит под аккомпанемент русских народных и татарских песен и удалых казачьих плясок. Так в Языково был открыт пансионат для граждан пожилого возраста «Серебряный рассвет». Большая культурная программа соответствует направлению учреждения. Пожилые люди могут не только поправить свое здоровье и подлечиться, но и с интересом провести свой досуг. Очень понравился тренажерный зал, комната художественной самодеятельности. Вечером мы собирались, пели там, загадки загадывали. Короче говоря, отдыхали. Строительство участковой больницы началось в начале 90-х, но затем остановилось. 2 года назад началась реконструкция здания в пансионат для пожилых людей. Это произошло благодаря софинансированию с Пенсионного фонда России. Хотелось бы, конечно, здесь вот сразу на этой площадке сказать одновременно очень много и одновременно, конечно, очень коротко. Наверное, если перефразирую известный советский мультфильм, мы строили-строили, и наконец-то построили. Первоначально нужды строительства оценивались 100 миллионов рублей, но во время работ смета выросла в 2 раза. Однако ни Пенсионный фонд, ни правительство области не отказались от взятых на себя социальных обязательств. Если кто-то когда-то начинал ремонт, знает, что сначала в голове одни цифры, потом они ровно в 2, а то и в 3 раза больше. Но самое главное, что мы наконец дошли до финиша, и я надеюсь, что вместе с вами откроем этот дом, и он будет нас радовать и радовать тех, кто в нем живет. Пансионат граничит с историческим парком Языковых, поэтому его территория предназначена для занятий активными видами спорта. А от этого во многом зависит долголетие. Кому, как не спортсменам, лучше всего об этом знать. Вы должны хорошо отдыхать, вы заслужили это. Этот дом как раз поможет вам восстановить ваши силы и дальше трудиться на благо России. И, может быть, действительно, вы будете в большом коллективе, потому что иногда скучно дома сидеть. Гости пообщались с первыми клиентами пансионата за чашечкой чая и оставили записи в книге посетителей. Праздничное открытие закончилось, но праздник жизни продолжается. Егор Цтов, Руслан Баталов, новости дня, Ульяновская правда.